25 января этого года Станиславу Жуку исполнилось бы 80 лет. По случаю юбилея выдающегося тренера ЦСКА в Москве прошли торжественные мероприятия. В первой половине дня ученики и коллеги Станислава Алексеевича вместе с представителями армейского клуба возложили цветы к его могиле на Ваганьковском кладбище. С именем Станислава Жука связана целая эпоха в истории отечественного и мирового фигурного катания. Я с ним работал на протяжении 6 лет. 2 года мы, когда тренировались с Ириной Раниной, мы нигде не выступали. Мы тренировались 2 часа утром, 2 часа вечером. И поэтому благодаря вот этой каторжной работе, потому что это была, конечно, каторга, вот приходить каждый день утром и каждый день вечером и работать по 2 часа, при том, что у Станислава Алексеевича, если ты опаздываешь на 1 минуту на тренировку, то у тебя будет такая неприятность в твоей жизни, что ты больше этого не захочешь сделать. Вот. И уйти с тренировки нельзя было ни на 1 секунду раньше, потому что нужно было использовать весь тот лед, который тебе предоставлялся для твоей, так сказать, работы. Вот. Это главное условие было, благодаря чему мы с Ириной Родниной стали такими, так сказать, спортсменами. И мы сделали такой большой результат. И, конечно, главная заслуга Станислава Алексеевича, что он сделал направление, в основу которого, этого направления, он поставил скорость, он поставил спортивные принципы. То есть, если ты делаешь какой-то элемент, то завтра ты должен этот элемент улучшить в техническом отношении. Если ты прыгаешь там двойной прыжок, то завтра ты должен тройной прыгать. Ну, я к примеру говорю, просто так сказать, теоретически. Вот. То есть ты должен все время какие-то элементы делать и улучшать их на следующий год. За 20 лет тренерской работы ученики Жука завоевали на чемпионатах мира, Европы и на Олимпийских играх 67 золотых, 34 серебряные, 35 бронзовых медалей. Да, у него был непростой характер. Подчас он требовал от учеников, казалось бы, невозможного. Он был одержим работой, он создавал чемпионов. «Пусть синим все горит огнем, медали Родине даем», – любил говорить Станислав Алексеевич. Но при всем своем профессиональном деспотизме, как только тренировки заканчивались, Жук становился для всех своих учеников безотказным помощником и товарищем. Человек, который целеустремленный, который идет к цели своей, преодолевая страшные, так сказать, трудности, потому что очень много было у него, ну не то что врагов, а, так сказать, против него много сил, так сказать, действовало. Вот, поэтому, чтобы эти силы можно было побеждать, нужно быть очень целеустремленным и очень, так сказать, жестким. И, конечно, он был жесткий, конечно, он был очень такой, темперамент, конечно, у него был очень огромный, потому что он любил фигурное катание, он давал себя целиком фигурному катанию, mm-hmm. понимаете? Вот. И, конечно, когда ты себя отдаешь и посвящаешь какому-то одному роду деятельности, mm-hmm. вот, конечно, ты сам себя ставишь в очень жесткие рамки, но ты и тех людей, которые вовлечены в этот процесс с тобой, ты, конечно, требуешь от них таких же, создаешь им такие же условия, жесткие достижения цели, которые ты перед собой ставишь. Поэтому это не очень многие могли выдержать. Вот. Ну а кто выдерживал, тот достигал больших результатов. Профессиональный путь Станислава Алексеевича неразрывно связан со специализированной детско-юношеской школой Олимпийского резерва ЦСКА по фигурному катанию на коньках. Именно здесь, в 1964 году, он начал свою тренерскую деятельность. В разное время учениками Станислава Жука были Елена Водорезова, Екатерина Гордеева и Сергей Гореньков, Александр Зайцев, Ирина Роднина, Алексей Уланов, Александр Фадеев, Сергей Шахра и многие другие. И вот знаменательное событие. Отныне школа будет носить имя Станислава Жука. Я очень рад, что школа, которую он начинал, начинала именно здесь, в Центральном спортивном клубе, она носит его имя. И больше чем уверен, что эта школа будет школа чемпионов, школа очень честных, прямых и людей с высокими званиями и достижениями. Гениальный тренер, талантливый человек, фанат своего дела. Мы у него были самые лучшие в Советском Союзе, в мире. Нас все знали наши победы, следили за нами. И, конечно, этот человек оставил большой след в моем сердце, и он всегда останется со мной, именно в моем сердце. Поэтому я думаю, что он гордится,
видит нас и гордится нашими успехами. Очень приятно, что здесь выросла олимпийская чемпионка, что здесь очень сильная группа, что Елена Германовна вкладывает в это все свое умение, которому научил и открыл мне Станислав Алексеевич. Это самое главное, что он воспитал человек, который продолжает его идеи. Сегодня воспитанники детско-юношеской школы ЦСКА по фигурному катанию продолжают славные победные традиции, заложенные Станиславом Жуком. Среди них чемпионка мира среди юниоров, чемпионка России Елена Родионова. И первая в истории советского и российского фигурного катания чемпионка Олимпийских игр в одиночном катании среди женщин Аделина Сотникова. Аллея спортивной славы ЦСКА. Молодым поколениям есть на кого равняться. Славная история армейского клуба, его великие спортсмены являются собой пример самоотверженного служения родине и спорту. Многие из них еще при жизни стали легендой. Наша с вами общая задача сегодня клуб выводить на качественный новый уровень своего развития. И нужно сказать честно, сегодня дюшор по фигурному катанию, спортивной команды по фигурному катанию, это, конечно, сердце спорта в ЦСКА. Это, наверное, сегодня такой вот фундамент нашего спорта, ЦСКА, нашей гордости. Конечно, у нас большое количество спортсменов представляют ЦСКА в различных видах спорта, но вот фигурное катание, оно здесь, оно рядом, оно нас согревает, оно нас двигает вперед к новым достижениям.